Филиппины. Это островное государство, расположено на Малайском архипелаге. Более 7000 островов входят в состав этой страны. Здесь проживают десятки народов и народностей, разговаривающих на 400 языках и диалектах. Богатые традиции завоевали все сферы жизни, в том числе и спортивные. Один из народов, проживающий на острове Лусон, называется Ифугао. Много традиций сохранил этот этнос, так как древние обычаи – это основа законов. Среди них большую часть занимают традиционные спортивные состязания, такие как гонки на деревянных самокатах, перетягивание каната, бег на ходулях, рубка топором на скорость, вырезание на бамбуковый ствол и многие другие. Но особенно любят местные жители борьбу. Борются на руках, борются ногами, состязаются в борьбе на одной ноге. А особое место в традициях народа Ифугао занимает национальная борьба, которая называется бултун. И кроме спортивной составляющей, она издавна имеет не одно практическое значение и, например, служила инструментом разрешения земельных споров. Когда граница земельных участков и рисовых полей вызывала разногласия, тогда на помощь приходила национальная борьба бултун. Владельцы либо сами отстаивали свое право на землю в поединке, либо приглашали борца со стороны своего рода или племени. Выигрыш определял границу, а в некоторых случаях и место падения проигравшего становилось линией, разделяющей спорные участки. Процесс сопровождался религиозными обрядами, совершаемыми семейными священниками. После завершения поединка соперники проходят обязательный обряд примирения посредством жевания листьев бетеля. Также раньше при помощи борцовского поединка предки современных жителей племени Ифугао определяли лжеца или укравшего чужую вещь. Но национальная борьба – это не только юридическое оружие. Это одно из средств физической и воинской подготовки молодежи и взрослых мужчин, а также способ сохранять достойную спортивную форму. Борцовские поединки сопровождают народные гуляния и праздники, входят в программы фестивалей. Схватки борцов очень популярны и собирают как армию болельщиков, так и множество участников, желающих помериться силами. На поединок борцы выходят босиком, в набедренной повязке или шортах. Обязательный элемент экипировки – пояс, за который в большинстве случаев берется захват. Схватка начинается с обоюдного захвата – туловище в обхват или за пояс. Соперники в попытке опрокинуть оппонента на спину используют различные атакующие действия. В процессе поединка захват можно менять. За поединком следят рефери на ковре и боковые судьи. Еще одной интересной особенностью местной борьбы является то, что схватку на ковре часто судят полицейские при форме и со свистком. Как и в других видах борьбы, схватки проходят азартно и ярко, а красивые броски вызывают восторг у зрителей. Филиппины. Народ Ифугао. Спортивная борьба на протяжении сотен лет исправно выполняет множество функций. Это и юридический инструмент, и любимое зрелище, и средство воспитания, и элемент мужской спортивной подготовки, и часть древних и красивых традиций и обычаев.